Всем привет, в продаже появляется Volkswagen Passat CC 2011 года выпуска с объемом мотора 1.8, который выдает 152 лошадиные силы. Задний ряд сидений в идеальном состоянии, без всяких потертостей и дыр. Передний ряд сидений также в идеальном состоянии, без всяких потертостей и дыр. Давайте пройдемся по комплектации данного автомобиля. 4 электростекоподъемника, электрорегулировка зеркал с подогревом зеркал. Круиз-контроль, мультируль с управлением штатной мультимедией. Также присутствует датчик света, датчик дождя. Хорошая штатная мультимедия, двухзонный климат-контроль, подогрев передних сидений, электроручник, автохолд, партроники, два подстаканника, центральный подлокотник. Если вам понравился данный автомобиль, контактные данные можно найти в объявлении. Можно взять все автомобили за наличный расчет по системе Трейн, либо в автокредит. Находимся по адресу 1.83, Автосон, столица. Всех ждем.